Итак, на килограмм творога, цедра одного апельсина, 3 столовых ложки сахара, 5 столовых ложек манной крупы, половинка чайной ложки куркумы, пакетик ванилина у меня 1,5 грамма, щепотка соли. И 2 яйца. Нам осталось вот это красивое желтое тесто. Этот цвет оно приобрело из-за добавленной в него куркумы. Сформировать из него красивые творожнички. Творожнички буду делать небольшие. Большие, ну где-то вот так. Обваливаю в муке. Муки не жалеем, лишней ее не будет. И формируем. Так большой получился сильно. Творог и светофор. Вы знаете, он не разваливается. Довольно так хорошо держит форму. Посмотрим, как поведет себя на сковороде. Еще так припылю мукой. Можно было разложить. Ну, кто-то делает там, крутит в стакане. Эти сырнички я не буду этого делать. Придавать уж совсем профессиональный вид. Так, и просто формируем. Ну, стараясь не замешивать муку вот в сам сырник. Так можно вот так сделать. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. И все, сырничек готов. И вот так его. Итак, ну вот у меня получилось 18 штук довольно крупных сырников из килограмма творога. Ну и все, и сейчас будем жарить и посмотрим, что у нас получится вообще. Выдержат ли они сковородку, испытание огнем. Наша задача сейчас пожарить. Нагреется. Как вы проверяете нагрев сковородки? Я вот так руку, уже привычка чувствовать нужную температуру. Трик. Немножко не догрелась еще. Ничего страшного. Честно признаюсь, что на сливочном масле сырники жареные я люблю больше. Мне кажется, они вкуснее. Ну, без разницы, честно. Хочется, чтобы еще красивые были. Такой аромат чудесный. Не расплываются. Может быть, немножечко как-то чуть-чуть растеклись, но не сильно. Можно их делать меньше размером. Ну, как-то так привыкла делать их такими. Можно делать чуть меньше. Ну что, все, теперь они у нас красивые. Мы их укладываем. Сюда. Нам не нужно, чтобы они сильно пережарились. Держать.
запечатать немножко, чтобы создалась корочка. И все. Вот. Симпатично. И вот наконец-то наши сырники готовы. Вот такие красивые получились. И нам нужно обязательно заварить чай. А чай мы заварим в нашем любимом прозрачном чайнике. Пусть это станет традицией. Пить чай. Травами. Сегодня мы заварим чай с мятой. У меня есть мята, которую я сама выращиваю. Она очень мятная. Чрезвычайно. Вот сегодня будет у нас мятный чай. Такой аромат. Жаль, что вы не чувствуете. Так, с чем же мы подадим сырники? Я думаю, со сметаной. Сметана очень, как это сказать-то даже, густая. Мушка стоит. 25%. У нас будет сметана. Не так-то просто ее положить. Да. Так. Еще у нас будет клубника в собственном соку практически. Небольшое добавление сахара в клубнику. Эту клубнику я выращиваю у себя в саду. Замораживаю его так кусочками, не целыми ягодками. С небольшим добавлением сахара. Вот такой аромат сказочный. Так, и все. И теперь можно будет уже сервировать и пробовать. Так, нальем чай. Ну и все. И надо пробовать сырнички. Так. Давайте. Так. Так. Ну, чем я люблю с ягодами, а муж будет со сметанкой. И вот так щедро. Щедро с ягодами. И будем пробовать. Так, что же у нас получилось? Желтого цвета они, потому что я добавила куркуму. Ну, там что, нормально, творожная масса внутри. Все хорошо. Корочка получилась плотная. Вкусно. Ванилин и апельсиновая цедра чувствуется хорошо. Так. Да, знатно я их в муке обваляла. Но внутри они нежные. Все. Вкуснота. Вот такая красота. Клубника очень вкусно. Ну и за ваше здоровье, мятный чай.
Я решила вычистить золу из камина и потом этой золой посыпать те места в саду, которые надо, чтобы быстрее снег растаял. У нас нынче уж прям очень сильный снежный завал. Сейчас вот я приготовила ведро. Вот совок. Я сейчас почищу. Совочек специально так распрямили, чтобы входило. Камин мы топим обычно вот обрезками досок. Видно. Еще от стройки. Ой, насыпала. Но я уберу все равно пол сегодня мыть. Вот сколько золы. Она с гвоздями, с шурупами. Ну, камин вообще... Ой, пыль. Камин вообще нам дарит много приятных минут. Особенно в какие-нибудь дождливые, промозглые дни, холодные. Тут много золы. И вот мы еще не все строительные остатки, обрезки даже сожгли. Но мы их специально не жжем, а когда хотим камин растопить, приносим. В поленнице лежат. Вот такие у нас снежные сугробы в мой рост. Вот, а вот теплица рядом. А вот здесь откопали цветник, в котором у меня тюльпаны. Сейчас я его со стороны покажу. Так удобнее. Вот он. И там. И я хочу посыпать. Ну, полностью снег не стали убирать. Я хочу золой посыпать. Немножко только на эти цветнички. Ну, еще кое-куда. Чтобы это... Быстрее снег растаял. Золой присыпанный снег. Ну, вообще припорошенный, не знаю, золой, песочком там. Чем угодно. Он быстрее оттаивает. Сильно не буду. Вот только на размер грядки. Ну и сразу как будет как своего рода удобрение, что ли. Вот. Понемножку. Чисто припылить. У меня в прошлом году здесь поздно очень тюльпаны расцвели. И поздно сажала сюда однолетники. Вот и все. Еще. И сходим еще в передний сад. Там тоже кое-где присыпем. Вот тут будет быстрее таять снег. Еще берем ведерко, идем дальше. А теперь вот эту, вот этот цветник тоже тюльпаны сажали, знаете, как поздно вообще. Я просто про них забыла. Они у меня стояли в саду. Вот. Стояли в ящиках. Я когда ящик-то вспомнила про них, побежала. Подняла, а у них уже корни в песок проросли. Ну, скорее-скорее закопали сюда. Они в ящиках таких фруктовых, черных. Вот, что и где я еще хочу посыпать. Хочу посыпать вот эту грядку. Вот эту мою. Муж несколько дней назад откопал. Здесь у меня земляника фестивальная. И здесь теневой такой уголок. И она очень долго оттаивает. Я вот сейчас ее тоже присыплю. Ну, тем более, это еще и как удобрение на нее пойдет. Вот. Маме вчера позвонила. Она мне. Это что, золу-то жалко? Я говорю, да. Если я на грядку сыплю, уж ее жалко-то она же. Как удобрение. И пойдет сюда. Это кажется, что много. На самом деле я уж не так много сыплю. Тут, ну, стакан на квадратный метр получается. Может быть, поменьше даже. Все. И вот это быстрее тает. И грядка быстрее будет прогреваться. Видите, все. Мульча разложена. Накрыта пленкой. Ну, какая нашлась. Вот. Здесь очень тепло. Тепло, тепло. И пахнет так. Ой, аммиаком. Потому что это все уже перегнивает. Такой крепкий запах. Но это хорошо. Это означает, что идут процессы биологического гниения. Мульча разогревается, разогревается земля. Начнут сейчас работать еще не кроме почвенных бактерий, еще и червячки, и делать здесь гумус. Вот так вот. Красота.
И уже, знаете, когда сюда я уже буду высаживать растения, все будет уже готово. Будет здорово. Вот так. Снимаю. Снег идет, видите, как прямо хлопьями. Ну, раз я уже взялась, я все равно это сделаю и посыплю. Здесь небольшие такие кусочки, пяточки. Вот это вот место. И вот с этой стороны совсем немного. Посыплю и вам покажу.